Сан, посмотри на меня. Повернись ко мне. Ну, повернись ко мне. Скажи, всем доброе утро, я такой нарядный. Чуть ты от меня бегаешь. Ну, покажи футболочку. Ты куда пошел там? Пошли кухню открывать. Ой, там Рекса, что ли, прибежала? В общем, мы только что проснулись. Ну, нет, не так. Мы проснулись в 7, а сейчас 8. Мы только что встали. И идем на кухню. Привет, Кузя. Обалдеть, сколько у нас тут мисок. Догоняй! Это елка. А чего? Это просто елка. После крапивы всего колючего боится, потому что встал в крапиву и было больно. Пойдем открывать. Медленно, но верно набирается наш корабль. Эх! Реально медленно, тут уже минут 10 прошло. Тут столько воды налилось. Напор маленький. Но сюда и воды надо не очень много. Вот видите, волну на бортике. Это уровень, по которой надо набрать бассейн. Тимми наблюдает, я ему запретила теперь сюда залезать. Несколько недоволен, но вода быстро прогреется, потому что уже жарко. Сейчас мы пойдем переодеваться в шорты. Вот у кого-то все штаны в молоке. Кашу хорошо ел. Весь обляпался, как всегда. Вообще кайф. Собираем яблоки. Ну, то есть я сижу тут и залипаю в Инстаграме и слежу за водой. А ребенок бегает вот туда под яблони и ищет упавшие яблоки. И приносит их сюда. Давай, ищи, принеси еще, зайчик. И вот все у него сопровождается его любимым. А-а-а, где? Это любимое слово. Смотри внимательно. Почти набралась вода. Немножко неровно он у нас стоит, потому что полянка неровная. Но я думаю, так сойдет. Ага. Вода, кстати, коричневая, потому что она торфяная. То есть там частички земли плавают. Это не какая-то супер грязная вода. Это очень много рек с такой водой бывает. Просто бывает, допустим, карьеры с голубой водой. Там глина в воде. А здесь вот просто торф, земля. Поэтому она такая из года в год. Кузя радуется солнышку. Видите как? Глаза даже у него не открываются. Я переоделась в свое платьюшко. Оно, конечно, слишком нарядное для дачи, но я надеюсь, я его тут не испачкаю. Но просто если я его не надену сегодня, то, возможно, я его вообще не надену этим летом, потому что дальше прогноз не для таких тонких платьев, поэтому надо использовать момент. Кажется, у меня пол морозилки будет в этом году заставлено красной смородиной. Ух ты, какое яблочко, да? Ну, а много яблочек у нас тут. Я еще собрала контейнер черной смородины. Не полный, не хватило у меня сил. Может, потом добавлю туда. И еще один контейнер красной смородины. Ну, красный я с мамой поделюсь. Пару контейнеров я ей отдам, так что нет. Место в морозилке все-таки останется. Залезай! Предлагаю. Залезай! Да, в водичку можно. Теперь можно. Помочь тебе? Давай. Ух ты! Ух ты! Ого! Ну чё? Еще не прогрелась, но я решила его искупать перед сном. Дневным. Ого! Можно сесть, садись. Садись. Нет? Можешь сесть? Ух ты! Ух ты! Ой, ты сам себя обрызгал. Ну, маму тоже обрызгал. Давай еще. Топ. Топ-топ-топ-топ-топ. Еще топ-топ-топ. Не упади туда. Топ-топ-топ-топ-топ. Артемий наслаждается. Покажи, как ты бегаешь тут. Холодненькая водичка еще. We'll be right back.
Какая бабочка села на маму. Мама так с ней ходит. Она тебе массаж, по-моему, делает лечебный. Да, да, наверное. Прямо видно, как она хоботком своим. Тык-тык-тык-тык-тык. Обалдеть. Такая большая, красивая. Удивительная рядом. К удаче, наверное. Вообще не знаю, почему. Прицепилась. Не уходит. Она чувствует, что ты хороший человек. Этот чудесный молодой человек кушает, проснулся, поспал 2 с лишним часа. И сейчас, когда поест, пойдет бултыхаться. Сначала погадил, потом поспал, теперь пожрал, и потом пойдет снова плескаться. Вы точно хотите, чтобы дяди Ване было больше во влогах? Понял, сыночек, все про тебя рассказали. Да? Какой хороший мальчик. Ой, как кушает. Сейчас Артёша нам выполнил истерику в 3 актах под названием «Не хочу ходить в панамке под палящим солнцем». Да? Иногда бывает реально сложно. Продолжать говорить нельзя, когда ребенок стоит на голове и орёт, чтобы было можно. Но если хочешь, чтобы нельзя было нельзя, придется так сделать, да? Зато яблоко вкусное нашел. Сейчас мы с дядей Ваней на... А где они? Сейчас покажу. Мы с дядей Ваней накромсали яблоко. Ой, тут оса. Видишь? И сейчас дядя Ваня прокрутит это через мясорубку, потому что мне заняты руки. А потом мы будем варить яблочное... Как это называется? Забыла. Джем яблочный? Повидло. Вот. Кокаин сыпем. Он специально. Чтоб не выкладывала. А то меня выкладывает и позорит. А потом говорит, ага, то, что надо больше этого клоуна. Короче, мы яблоки не смогли мясорубку запихнуть и нарезали еще более мелко. Вот так вот на сушку ем. Здрасте, молодой человек. Говори «а». Говори «а». Ты попался, все. Это вибростен. А что такое? Тебя вибромассажируют? Говори. Мы выехали в магазин. Навстречу нам машины. И сверчки стрекочут. Все остальные сидят дома. Потому что жарко как-то. Не снимала опять что-то долгое время. Потому что просто дачные дела. Иди за мячиком. А, ты тут будешь залезать? У тебя покорение новых вершин, да? Ну, давай, залезай. Давай. Опа! Опа! Круто! Хотела сесть в гамак, он меня согнал, но теперь у меня есть шанс чуть-чуть посидеть. Так, аккуратно спускайся там. Аккуратно. Вдоль стеночки спускай. Я не встану, мне лень. Мне лень. Что мы сделали? Мы купили в магазине бананы, мороженое, печенье, хлеб. Вроде все. Спускайся. Такой зануда иногда. Весь меня. Опять меня согнали с гамака. Ради того, чтобы кинуть мячик на крыльцо. Логика. Залезай. Вот, в общем, а потом я купала ребенка в бассейне, мыла его целиком,
убиралась в доме, пылесосила и вверху, и внизу, там еще на чердаке порядок навела. И потом приняла душ, потому что мне стало жарко. И теперь у меня кайфово. Ой, меня кинули мяч. Ай. А маме не достать. Можешь сам. Маме никак, видишь? Может, мама с какой-нибудь палочкой сможет это сделать? А то мама не может встать. О! Ай. Он опять ускакал. Опа! На! Аккуратно, не упади, отойди от края. Ты хорошо кинул. Звонил Алишер, он там бедный парится в городе, в машине, в пробках, едет с работы. И я ему не завидую. Потому что если на даче вот так вот вечером, то в городе там... О да, это будет самый эпичный момент в видео. Задница болит теперь. Ты в шоке, да? Я с тобой согласна, это реально бубу. Хорошо, что тут расстояние было сантиметров 40. Плохо дедушка привязал гамак. Конечно, мама попой ударилась. Попа, Бобо? Ага. Ой. Да. Ну, в общем, я покачалась. Хорошее завершение дня. Ай-яй-яй, ну пойдем дяде расскажем. Дядя, может быть, починит, он умеет. Я такое не умею делать. Уберем гамак, чтобы он не намок на земле. Пойдем расскажем всем. Пошли расскажем, что мы сломали гамак. Маме худеть пора, похоже. Я надеюсь, вам чуть-чуть меня видно. Тут у меня носится Рекса по всему участку. Жутко радостная. Я не знаю, с чего вдруг. Мы сидели на кухне с мамой и болтали. И потом вышли, и тут Рекса вынеслась с соседнего участка. Радостная. И теперь носится и круги наматывает. Такое ощущение, как будто она потерялась и вдруг нашлась. Рекса, ты чего? О, а вот и Кузя. О, Господи. Кузя, Кузя, не уходи. Иди тоже на чердак. Иди. Ты тут мяукал, потому что ты спать хочешь в кроватке? Пойдем. Мы сейчас с мамой сидели на кухне. Было очень-очень весело, потому что я ей показала клип. Потом я ей показала пару клипов Бузовой. И пародию Comedy Club на это. Мало-мало половина. Это такая ржака. Просто до слез смеялись. Я как бы раньше видела, мне Алишер показывала, я маме показала, мама там ухахатывалась. А потом я еще показала ей шедевр Киркорова с этим «Цвет настроения синий». Но это маме не зашло. Вот. Значит, мы это все посмотрели, еще что-то пообсуждали. В общем, как видите, уже вон там небо темное-темное. Где фокус? Камера! Привет! На самом деле, где-то половина одиннадцатого. Звуки Рекса издают. Я сейчас пойду монтировать влог и пару постов в Инстаграм наперед напишу. Не знаю, посмотрим, что я еще успею. Так что у меня творческий рабочий процесс. Почту еще надо проверить. И кто спрашивал про книгу, сейчас она на паузе, в город вернусь, продолжу. Я хочу в сентябре как минимум 20 страниц написать, а то и 30 лучше. И у меня там еще другие есть планы, задачи, проекта. В общем, вдохновение, море после отпуска на самом деле. Столько идей разных и энергии для этого всего, для осуществления. Мне сейчас просто немножко не хватает времени, потому что Алишер в городе работает, я здесь, и ребенок на мне. И, ну, короче, совсем мало времени, потому что когда он спит, я должна там покушать, какие-то дела свои сделать. И вот стулечко у меня остается на работу. Но в городе в этом плане будет удобнее. Там, как бы, проще организовать жизнь. Ну и Алишер тоже будет помогать, поэтому я больше смогу делать. И здесь пока по чуть-чуть. Но зато слышите, как сверчки стрекочут. Это так тихо, никаких машин. Дачу люблю. Раньше все лето тут в детстве была. Когда была ребенка, мы все время с мальчишками тут играли. Ну, я вам про них рассказывала. Трое пацанов, друзья мои. Вот.
сейчас один сюда вообще не проезжает, двое других изредка появляются, но мы как бы сейчас особо не общаемся, потому что точек пересечения нету. Потом, когда я подростком стала, я постоянно на велике тут каталась, просто там по 40 километров в день, музыку в уши и поехала. Сейчас тут уже плохо на велике кататься, очень много машин стало, потому что, ну представьте, сколько машин было там 10 лет назад, 15 и сколько сейчас. Намного-намного больше, и просто они постоянно едут, это небезопасно. Рекса, тихо! Вон, так что дача — это клевое-клевое место, единственная у меня мечта — это нафиг снести эти домики, которые у нас тут стоят, и поставить один большой добротный дом, где все будет ровно, не кривые косы, а ровно, с нормальной мебелью, где будет порядок, где будут спальни, кладовки, он будет теплый, а не как этот, в общем, дом просто развалюшка. Я очень хочу новый, но для этого, представляете, сколько миллионов надо, поэтому не в ближайшие 5 лет точно. Так что будем довольствоваться тем, что есть, и я пошла спать на своем диване, который разваливается на 3 части. И мы с вами увидимся завтра. Всем пока!